Сегодня вся банда собралась у нас в доме. Дурачица, Соломейка, Смайлик с ушами наконец-то. Ушки у нас хорошо стоят, да, Смайлик? Ну и Мотя, как без Моти? Без Моти никак. Мотя нянька. Она, правда, не особо счастлива этим назначением. Но у нее вариантов-то немного. Приходится на службе. На службе работу выполнять свою, да, Мотя? Да. Вот такая банда у нас. Так, дети, вы можете нормально играться? Вот чего у меня под ногами путаетесь? Соломеечка! Ты такая сладкая девочка. А Смайлик прям брутальный мужик. Такой крепкий кобель, да? Смайлик, Смайлик, ты где? Смайлик! Ну вот, вот как можно снимать этих детей? Вот как? Они же, понимаете, тараканы, те наоборот. Когда свет включается, они разбегаются. А это антитараканы. Когда камера включается, они все сбегаются к тебе и прям под ноги. Все, снять невозможно. Это антитараканы. Такие. Да? Да, дети? Гуляйте, идите гуляйте. Вот попозируйте, я вас поснимаю. Давайте. Как вы хорошо гуляли здесь. Вот вы же прекрасно игрались без меня. Вот так вот все. Как стать невидимкой для них? Как? Гуляйте, ничего вы. Вот гуляйте, гуляйте. Как вы гуляли хорошо. В общем, вот такая у нас малышня. Смайлик, если все хорошо у нас сложится, к выходным уже может и покинет наш дом. Отправится в Харьков, я надеюсь. Надеюсь, он понравится новым хозяевам. Ну как может такое чудо не понравиться? Вот такое чудо красивое. Да. Вот. А Соломейка у нас задержится еще месяца на 3. Соломия собралась покорять Израиль. Да? Да, Соломия? Вот. Ну, а Мотя дома. Мотя хозяйка. Мотя на правах хозяйки здесь у нас балуется. Шалит. Вон какая уже раскормилась. Уже прям нормально такая украинская дивка. Вон. Бока наела. Мотька. Ай, Мотька, вот так вот. Дети! Дети, дети, дети! Вот такие дети. Смайлик. А Смайлик ушастый такой прям. Ну, какие уши. Да. Так что у нас не соскучишься. Тусовка такая в доме. Только успевай лужи вытирать. Вот банда. Смайлик. Смайлик второй. Шмайлик второй.